Я желаю. Сегодня мы заряжаем ионистой. Ионистой заряжаем через реле. Видите, реле стукается. Реле поставлен для того, чтобы счетчик не крутил. Счетчик стоит, а зарядка идет. Вот она, 14.54 до 24, 14.15. Происходит вот что. От ионистора идет, значит, ток идет со счетчика, встречается с током от ионистора. И так как ток небольшой, он от ионистора ток возвращается назад, когда идет подача тока. Он как пружина возвращается назад. В этот момент встречается со встречным током. И в этот же момент от того, что идет движение вперед-назад, вперед-назад. То есть движение этой энергии заряжается ионистором. Сейчас уже 15 до 24. Правда, зарядка пока у нас медленная. Час, а то и полтора будет. Поэтому сейчас прервемся. Уже когда будет ближе к 24. Снова включимся. Ну вот, только показываем то, что счетчик стоит замертво, а зарядка идет. Правда, это себе. Потому что вот он вперед. Ток подается чуть вперед, чуть назад, чуть вперед, чуть назад. Вот она здесь подключена. Продолжаем. Зарядка продолжается. Сейчас уже 16 будет. Пока, значит, идет зарядка, давайте разберемся, почему так происходит. Вот счетчик стоит у нас. Зарядка идет. Вот включено. Включено тут. Мы давайте разберемся, почему так происходит. Для этого нарисуем. Значит, так. Счетчик вот нарисуем. Счетчик. Немного некрасиво. Вот так, ровней. А тут в нем катушка есть. Тут катушка. И вот. Значит, тут ход счетчик. Фаза. Тут ноль. И вот это вот выпрямитель называется 4 вольта. 4 ампера. 4 ампера. А тут вот провод, значит, ноль идет. Вот ионисторы. Десять штук. Десять штук.
500. Фарад 2,7 вольта. А тут, значит, реле, которое работает где-то секунду. Работает реле. Так вот. Секунду, значит, так вот замыкает. Секунду размыкает вот так. Размыкает. Значит, когда, значит, выходит со счетчика, ноль идет так напрямую, здесь пошло. Раз, пришел сюда, получил порцию заряда. Пианистр. Вот это вот. Ноль. Это фаза. Фаза. Вот так обозначим. Вот заряды пошли. Вот так. Стрелкой. Сюда. Значит, вот так. Так вот прошли. Вот здесь они заряжают. Здесь вот ноль, и они заряжают. Дальше. Отключили. Здесь разорвали цепь. Вот эти заряды. Вот они заряды. Здесь-то разорвано. Пошли сюда, назад. Пошли назад. А здесь счетчик. Катушка. Катушки, значит, заряды остались. И еще вот эти вот, которые в проводе, и все это назад пошло. И счетчик. Здесь он немножко двинулся вперед, а здесь он опять назад. Опять включили. Опять включили, опять заряд. То есть энергия идет. Так. И так. Туда и назад. А что в ионисторах происходит? То же самое. Ионистор берет, а когда заряд здесь обрезан, он тоже назад дает. Поэтому зарядка медленная. Если бы он назад не давал, то она бы дошла, здесь назад дошла. А так он тоже чуть назад. Поэтому зарядка медленная будет. Вот такая примерно схема. Сейчас прерываемся. Снова встретимся, когда это будет где-то 2-4, чтобы посмотреть. Вот оно как стояло. Видно, что чуть вперед, чуть назад, чуть вперед, чуть назад. То есть как маятник, туда-сюда ток. Вот вперед, вот назад. Вот вперед, вот как в часах. Тук-тук-тук-тук. Поэтому продолжаем. Доброго здравия всех, продолжаем. Итак, зарядилось до 18, сейчас заряжается долго, не стал ждать до 24. Ну, так же, часа два заряжается. Но зато не шелохнется счетчик. Вообще не надо ни назад, ни вперед. Как стоял, так и стоит. То есть система работает, будем продолжать. Показывает 18 вольт и продолжает заряжать. Завтра попробуем этим методом батарейку АКБ, аккумулятор зарядить.